Пиздец. Пожрать поставишь? Хочу Голодным пиццу бахнем прут или пельмени. апы. Хочу пиццу. Там 6 минут до берсы с начала второй фазы. Ебать. А сколько у него на второй фазе хп? 133 ляма. 266 будет. Два раза его надо убить. Фишка в том... Три с небольшим процентом снимает один. А, так можно, смотри, если мы не будем по ДПС успевать, короче, можно трэша набить побольше и ко второй фазе, короче, убить весь трэш, чтобы у него меньше хп было. Нет, Лёха, там фишка... Да. Юля, на другой платформе уже должна быть. Ты в кресту должна. Юля, бегом в крест. Он долго. Блять, только берсу нажал нахуй. Краю, краю трэш. Все, умерли. Потому что нету танка там. Ну она не слышала тебя, походу. Падать. И... Уголь надо подводить к самому краю. Я ж это говорил. Уголек не надо бить? Уже нет. Уже нет. Она не в дисе. Она в дисе. Да это Войт объяснил так, говорит, на противоположную платформу. Юля, она побежала, смотри, на противоположную. Весь... Нет, смотри, весь рейд стоит в черепе. Один танк, офф-танк, должен стоять в кресте. Сказали не противоположную, а в крест сказали. Крест. Вот часовой он всегда двигает. Вот. Короче, в одну ухо влетело, в другое вылетело. Потом прилетает Алар, ты танчишь. Ставь где-то в центре рыбу. Слава перебегает в этот в квадрат. Потом, когда перелетит в квадрат, ты должна в этот момент уже бежать в луну. Короче, я с вами в миле буду наверху, убью этого, нахуй. Ну, не убью, а загрю, короче, этот пепел, нахуй, вниз спрыгну. А то вы будете париться. Какой вариант, кстати. Там на каждой, получается, перелетке будет пепел. Заебешься, Лёха, так бегать. Ну, первый раз так можно. Танки вот должны остальные... просто к краю подводить, разворачивать его. Разбафуйте каски. Кстати, каски дайте, да. Да. Лага, разбафаем. Да подождите, вы побежали, блядь, на платформу. Вы думаете, бафы везде достают? Они думают. Ну, пусть без бафов. Я побежал, потому что на мне все появилось. А что, типа, при перелетке Алара рано к нему подбегать нельзя? Нет, именно. Если танка не будет на той платформе, куда прилетел Алар, идет АУЕ по рейду. Понял. Паладины можно? Там агро нет. А, по престам дать крест. Да. Классно. Костя, что, с следующего круга будешь пулять, дашь отчет 5 секунд? Конечно, ребята боевые, но...
Короче, блять, пускаем эту птицу по кругу нахуй, забираем лут и уходим. Спасибо. Далее, далее. Все? Да. Да. Не, надо будет на нее, да, нападать? Ну, перелетка 3 секунды. Велаша в сторону лу... Я спрыгнул. Я тоже спрыгнул. Задержка в ебать. А, то есть он рандомно эту хуйню вязает, да? Да, да, рандом. На луну. Ну. Идите на луну. Они... Смотрите, вы спрыгнули, танки, и вы должны уже здесь вот так на подъеме. Один с этой стороны, другой с той стороны стоять. Вот. Жаль, пригодилось. Слава, пошли. Ну, ладно. Давай полчаса и идем, блядь, на каратресса. Он в рандомный момент времени может, да. Но фишка в том, что вот сейчас он прилетел в Луну, Юля, вы должны понимать, вот когда он покидал перья, он прилетел в Луну, следующее он прилетит в череп. Дайте кулак на ДК. Стойте, блядь, дайте разбахать на. Кто кулаки кидает? Чтоб жили мы ровно нахуй. Вообще. Я вообще не могу. Ты его будешь так лапкой гладить, а мы пиздить. Потому что у тебя лапки. Смотрите, 20 секунд до следующей платформы. Чего? 15 секунд. Либо платформа, ну, либо взлет. Она плачет. А грустно плавать начинает. Что, блядь? Притон, микрофон замыть? Да не у меня. Это констебл. Уголь. Уголь. Да, да. Да, что, только... не агрится, обагался. Он на Вилане. О, все. А, я забыл, он какое-то ж время, сука, не активен. Ну да.
Чилю. Я между нахожусь, чтобы когда, блядь, он уже летел к тебе, чтобы я тебя смог захилить. И до Лингрена все достает. Короче, он типа наверху получается. Два. Леха, я, короче, наберу своих, потом будет хорошо. Сейчас до Лингрена не достает. Или на луну беги, луну, луну. А, стоит там. А там видно, или появится пепел, либо нет. Уголек этот. Не а появился. Вверх. Прыгнули. На платформу разойдите. Да, спрыгнули, все равно уебал. Странная хуйня. Я выжил. Уебал, но не убил. Ну, я сразу спрыгнул. Я на самом краю стоял. Какой-то Катрисия, пиздец уже. Клава, ты уже в черепе должен быть. Ой же это пиздец, блядь, для миликов. Да-да. Ну, это тут РДД босс. Это РДД босс. Уголек спускается. Сэджо сдох. Я не поднимался. А, блядь. Хила нету с тобой. Всё, пизда нахуй, проебали там. Костя, хила не было. Меня должен хилить. Вверх. Или должен у меня хил, который внизу. Да. Такой издалеко просто был очень сильно. Че, у меня 4, я тогда их подержу. О, парни, меньше суеты, меньше суеты, ебаный в рот. Разбафайте. Четыре. Ладно, я покилю Венгрина, короче, фильтрирую по самому. Берса, 1 минута, 8 секунд, чего? Уголька, уголька. Краю, нет. Краю. Так их оставить надо на вторую фазу. Меня не хилили. Не хилили вообще. Алло. Ну нет, дело не в фазе. Не успел и... Ой, я их кайтить буду, бегать с ними. Не, они только догоняют и не бьют. Я тут уголь забираю. На следующую пользу. Он вниз свалился, сейчас заберу. А это прикол у ДБМа типа с Берса или что?
На берсту не смотрите, он когда сдохнет, 6 минут отчет. А, я понял. Метку. Какой кринж. Бля, это пиздец. Подхилите там вы, да, плюс. Лучше б так. На Алара тут. Все, качайте инженерку. Делайте друида котика. Как, а сколько берса тут, я так не понял. 6 минут со второй фазы, блядь. Он должен умереть, и с перерождения начнется. Понял. Это же Феникс, ёбаный рот. Я заберу. Да, да. Я же его бью. Что-то расшлевать будем? 5 и 4. Я иду, блядь, за трэшем, нахуй. С кого? Череп. С холидринка. Он череп. С холидринка. Ты как там... 3,5 ляма снимает. Лёха, нахуй ты ко мне подводишь, чтоб на меня сагрил? Они сагрятся, они. Я знаю. Вверх. Новый. Милики к уголькам же вообще не подходят, да? Нет. Доткой навешали и мор. Кинь нахуй. Да. Лили. Не, ну тут... Инженерка реально зарешает. До катанки. На склоне, я говорил, он достает. Пошли на протрес. А это, вторая фаза, там же трэша уже не будет? Будет. А причем мы едем... Темпом Лара убиваем. Давайте Лара бить. Какой еще на туре Лара побьем? Ну, нет, типа, так хуйня, по идее. Первую типа... фазу выживаем. Типа, ну, типа это хуйня. Мы с одного инста пришли в другую, с одного инста бежать обратно в другую. Ну это, блядь, ну... Ну, шо мне? Подожди. Короче, Костя, для тебя. Бать. Констебл, бать. Да. Через кнопку включай. Короче, да, заебали, блядь. Да, я тебе скажу, блядь. Короче, один хил, блядь, бегает с назначенным танком. Постоянно, блядь. Вы съебались всем рейдом, нахуй, в ту сторону, блядь. Пепелки, они, блядь, рандомно то просто свалились, нахуй, то они идут по платформе. Я бегу, блядь, встречаю их забрать, потому что они... В частности, больше идут на хилов.
И так они рядом, зачем ты уходишь от хила, если они все равно к нему идут? Правильно? Правильно. И от них, короче, от этого уголька можно бегать, короче. Если ты бежишь от них, они тебя не достают. И ты не получаешь урон. Разбафайте уже. Кулаки по друидам. Да, блядь, неудобно. Да ебать, станьте с рыбы, ебаные волки, нахуй. Не проще внизу будет. Да снизу я буду. Вот. Самая долгая перебежка жизни вот с луны нахуй в теле. Вот тогда вот танк остается там без хила. Секунд на 10. На... Да. Ну просто, бля, лучше снизу. Не, мне внизу проще будет бегать, чем по этому кругу огромному. Словно. Да, да, так я понял. Да. Его не слышно в Дискорде, почему-то он говорит, но его не слышно. Мы угольки эти будем по одному сливать, типа, или в масс потом? Я тогда тебе, знаешь, как скажу? Смотри, можно, в принципе, сколько у них ХП? 3,8 мульта. 3,8, блядь, не успеем до перелета. Короче, смотри, можно как сделать. В одного танка спускается, короче, типа один пепел, все мили с ним прыгают, Костя, допустим, или я его агрим, и просто мили его постоянно заливают, короче. Мы идем по кругу и постоянно заливаем. Леха, там фишка в том, что когда лоу хп, он взрывается, откидывают. И их бьют в РДД. Насколько они, сейчас посмотрим. Жидкого нет. Так у нас лежит этот ДЦ. Угу. Друид инвалид, поднимись в череп. Да, только он раскидает их, блядь, по разные стороны, нахуй. И пока будут бегать, блядь, это пиздец. Хилишь танка. Признаешь себе, Клем? 29800 на 15 метров. Короче, 30-шку на 15 метров бьет. У нас, в принципе, жирные милишники. По 30 плюс ХП. Я думаю, будет выживать нормально все. Короче, давай сначала так попробуем, как ты говоришь, а потом... А потом, короче, попробуем, чтобы мили постоянно заливали, короче, пепел. Типа, он умирает, взрывается и урон наносит? Да, он наносит примерно 30 тысяч от огня в радиусе 15 метров. Я могу ложно нажать перед его смертью и все. Все, суманули. Да, первая фаза это изи. Вторая, там вопрос уже. Не, ну давайте сейчас, короче, как Войд вначале говорил. Вторая где... будет вверху по центру летать. И будет на полу большая такая красная метка. Падает метеором, надо с этой метки выбежать. Надо сбежаться вместе, по-моему, разбежаться вместе.
На. Ну, говорили же, надо сбежаться, типа, распределить урон. Стоите, короче, в одном фрейме, короче, стоите, во второй фазе. Метка появилась, разбежались, нахуй, с меткой. Там метки очень часто он будет кидать. Это слава гораздо чаще, чем на X2. Про метеор. Если там было раз в минуту, то здесь, наверное, раз в 30 секунд, если не чаще. Сейчас он еще не активен. Еще не активен, он типа еще падает. Все, можно бить. Нет, 3.8, там 3.9. 3.996, 4. Ну, 4 пусть будет. Сейчас, смотри, доливаем. Добивает. Добиваем. Слили. Да. Лёха, иди лови под следующий. Дальше, дальше. Жадный ты. Я тоже хочу. Вверх. Все вниз. Она уже не успеет. Реснул. На ту. Ну, отошли с черепа. Этого, бля. Отошли от черепа. Да там не успели уже, можно. Там открыть. Уже... Короче, здесь надо это. Все и этого уголька надо. У стены надо взрывать. Желательно. И уже резали. Не, типа она же может остаться на платформе там наверху. Нет, нет. Типа если босс... Да, она поздно спрыгнула, ее шотнуло по ей переблять. Потом, когда ее БРнули, она резнулась в центре комнаты, она не успела физически добежать. Давай чуть-чуть поменяемся. Давай чуть поменяемся. Когда прыгаете, вы пробел зажимаете. Без пробела прыгайте просто. Что вы подохуя теряете с пробелом? Ее сложат. Бля, говорили прыгать, я думал, надо пробел нажимать. Не, прыгай. Ну пешком просто падаешь вниз. Да это XD. Ты не понял. Ну, фишка в том, что каждый этот уголек отнимает 3%.
Если его убить в момент... Там милики много ДПС теряют, надо много РДД на этом боссе. Ну, сейчас реальная пати. Так и что, сейчас то же самое делаем? Наверху, да, типа, когда они появляются? Мы никогда вниз прыгаем. Смотри, он некоторое время не активен, Юля. Первые 5-8 секунд не активен. Бей его. Все. Здесь я. Я в него кинул тарелку, блять, я хуй. Я в него и таунт, и на тарелку кинул, блядь. Длань возмездия. Ставьте дживса. Пиво попей, классно будет. Снились на том свете выспишься. Мелатонина попей, тоже классно будет. Или за вчерашний переживал. Ага, держи в курсе, кошмары там снились про подсолнух. Да, да, да. А зачем четвертый танк? Просто, бля, интересно. Каску по друидам. Нет, ты лучше в РДД. А лучше Holy Drink. Нет, тебе заебись полу. Каску можно мне? Все. Молчать да лучше, да? Друиды мохнатые, каской не налезет. Ладно, я перепад ебал, думал, сейчас пол будет. Так ты смотри, где танк и где босс. Так там вот именно что.
30 секунд смена платформы. О боже. Обратно, да, полетел? Полетит. Стоит на месте. Луна. Паунти. Понятно. Там сразу тарелка полетела. Таун был. Да, ему до хуя бежать надо было просто. Не, пиздец, бежать нахуй. Он вроде спрыгнул, сразу побежал, а хули толком. Где? Слышь, вот с крестика добежать мне. Слова. Ну, с платформы в кресте он спрыгнул, когда взлетел Феникс, и полетел там прыжком и Ридара, все, бежал на полной скорости, но не успел он. Типа до хуя бежать. А если бы у него еще и блинка не было? Ну это он еще блинкнулся Эридаром. Может проще тогда просто добежать? Может нам просто какого-то страховочного там оставлять танка, я не знаю. Он умрет. Ну потому что с креста туда вообще, по-моему, нереально. Ну медведь может в коте, может быть, добежать. А какой-нибудь паладин или ДК точно нет. У меня тапки на чарке. Есть. Да. А он его ешет на платформах только когда кастует? Слава. Слава. Разница. Не, ну ты-то в коте, как... может, ты успеешь. Разница, говорю. Перья дамажит на платформах только когда он их кастит. Да. Просто он вот сейчас в воздухе сидел, он их не кастил, пока он не полетел. Если типа вот в этот момент танк подымется, по нему урон пройдет или нет? Я релогнусь. Короче. Юля была за трусами, вот там вот. А он сильно долбит вообще? Можно труб... за это? Она как только поднялась, она сразу блинканулась вот ближе к треугольнику. Вот сюда вот. Кто первый будет? Нет. О, рыба. Релогаюсь, релогнулся. Челеник включил? Нет, у меня аддон на баф забагался. Дайте кулак. А, все, все. А что если побаловаться аспектом ханта? Окей. Закханыч просит дать фистинг, чтобы не висело. А ты шутник? Надо подождать. Поверни босса, пожалуйста. Алло, хулидринка, я бью не в спину. Добрый день. Краю.
Крейду не подводи, Вилаша. Не надо на спидах. Ну я в луну иду. Я в череп туда побежал. Причем эти угольки, сука, как это интересно, то падает, то остается на платформе, блядь. А мне... На другую сторону. Следующую. Да один хуй здесь прыгать надо. Я кинул таун, блядь. Может там не вовремя тайминги какие-то не сходятся, может надо подождать, пока он подлетит там или что-то такое. На о, середине блин, комнаты я в него кидаю. А-а-а. Ну, он, типа, он, видимо, как эти, как шаркающие какие-нибудь. Не, не реагирует, пока не подлетит на нужный рейндж. Пять минут назад, да босс Лёхи? Да, босс Лёхи. Ну, каратрес легче. Ну, так и что, мы этого босса... Легче. Большинство этого босса бьет в первый раз нахуй бьет, блядь. Естественно, будут вайпы, нахуй. На каратрес у нас больше шансов. Ну, блядь, я не понимаю, типа, в чем, типа... Да, давай попробуем. Да какой нахуй, ну зачем, мы сейчас будем бежать, мы дохуя времени въебем, давай уже до конца. Да мы въебем, Саша. Пошли типа учиться, я... продолжаем учиться, все. Да там я... еще трэш небось чистить же к нему, нет? Ну да, да, так что... Ну хули, чистить. У нас час остался, мы пока долетим, пока зачистим. Сидим нахуй на Фениксе до Талова, блядь. Феникс, стоп там, блядь, триня нахуй, плачь. Триня, кстати, бисовая на кота. Ну, галды 100, наверное. Давай выйдем, посмотрим. Приключения, охота за головами, нахуй. Цели охоты. Войд Фури 100 и 100. 100 в сумме и 100 за одну голову. Нищеброды какие-то, да? А кто б тебе отдал, блядь? Да-да. Отдашься, на. Подсолнуху? Да-да, ага, блядь. Вайда убьют где-нибудь, блядь. Деньги не отдадут, нахуй. Так мы все эти искры сливаем? Убили Вайда и получил на голду. И живет он ровно на нахуй. Ебобанный козёл, твоего Вайда убьют где-нибудь, нахуй. Да все, ну понял, человек с таунтами, блядь, не мошни, Войд. Ёбаный в рот, блядь. Реально вой заебал. Жди, пока Тури, блядь, нахуй. Нажми таунт. Нажми таунт, блядь. Сейчас все будет, нахуй. Запомни фразу, все будет, но не сразу, нахуй. Натуре ебать, нахуй. Саканыч, тебя ебут. Когда я не сопротивлялся даже. Я тебя услышал. У нас еще вторая фаза неизвестна, так что нахуй их убирать. Thank you.
Спрыгнули. Сейчас Петов пошутает, ну. Если тапки есть, ебашь тапки. Непонятно. Да. Непонятно еще. Да можно успевать, блядь. Опа, луна. На луну. ГЦ. Хорош, старый. От этого аж чел сглядели в ногу, охуеть. Держи подсолнух. Арис, да и похуй. Почему? Ровный. Спрыгнули. Спрыгнули. Где Костя, блядь? Да можно успевать добегать вообще в лёт, но... Луна, луна. Луна. Как же тварь, блядь. Ну и не говори, блядь. Животное, блядь. Спереди. Нет, его агрессия. Птица ебаная, нахуй. Все хорошо. А я так понял, короче, когда он взлетает, он по-любому либо в луну, либо в череп. Да, ну, походу, да, кстати. Да, да. Если чё, Мелики может сразу здесь прыгать, ну, когда он начинает взлетать. Ну тут тогда 100 танков надо, блять. Чтоб каждый стоял. Каждому по метке, блять, в руки дать такой нахуй. Стой, блять. Да. Спрыгнули, спрыгнули. Спрыгнули. Как он заебал меня. Бля, ебать, это вот Аллард единственный босс, на котором он меня лагает. Луна, луна. Обратно луна. Он хочет, чтобы ты анекдот рассказал, нахуй. Будешь ровным. Страшные будни войны. Пиздец. То есть в Гере он неровный пацан, да? Спрыгнули, спрыгнули. Да он зайдет. Он забагался, походу. Бля. Зато мы знаем, куда он летает. Так прикинь. Так прикинь, он сейчас опять, смотри, в луну полетит, ебать. Еще Костя. Вот здесь я стою, он не бьет. Луна. Опять в луну полетел. Все нормально, он забагался. Я практически вот. Сейчас могу метку поставить, где стоял. Чуть-чуть спустился просто. Вот, видишь, желтая метка, где я стоял. Наверх. Наверх, наверх, блядь. Перья кастовать. Ой, смотри, смотри. Костя, лови. Не-не-не, Костя. Все, полетел. Не забавился, нихуя себе. Бьем, уголек. Подводи. А? Сюда его, к боссу ближе. Я говорил, да, дворфа смешно в тапках бегают. Босс моча, блядь. За как типа вторая фаза, но на первой тут хилы вообще, блядь, нужны. Там 1-2 силы. Ну вот, кури бомбу пока. Желательно. Он походу с центра наверх не летит, да? Может. Он все может. Мне кажется, у него рандомная эта хуйня.
Когда наверх... Что-то вы не заливаете вообще уголек. Угольки проснулись. Буква F. Буква Б. Быдло. Буква Ф. Фуфел ебаный. Ладно, все, надо прекращать. Кого прекращать? Ко мне. На платформе. Я пока не могу прочитать это заклинание. А какой номер? Надо подождать. Встал и бегит. Уголек, вы будете заливать? На затапке инженерские, наверное, сделать будет. Да там типа КД, бля, 3 минуты у этих тапков. Ну, так-то да. Тапков. Их толка будет мало. Это четвертый. Угу. Все, не бейте тогда. Вот, убили одного. На второй фазе типа фулл РТД бьют, что ли? ХП снимет, когда он на земле. Вниз. Только он заебал пэтов убивать, гандон ёбаный. Череп. Череп. Удар пламени. Ну, блядь, Слава бежал на всех парах с блинком, нахуй, как? Откуда? Вон, с квадрата, нахуй. Ну, это та же ситуация, только в другую сторону. Ну, блядь, ну могли же переживать, по идее, ну, малыми силами, правильно? А чё, там прям 100% шоты, типа, а нет. Он закрывает вред. Какое нет, блядь. Кого убило, ну, типа, ватных. 29 тысяч урона. 29 тысяч. Ханта, шамана, магов, короче. Ну, я латы, блядь, меня не убивают. Вызываю. Вот у меня 32к хп, типа, слышали. Я под кожей, короче, друидом выживаю. Маги могли в глыбы спрятаться, правильно? Ну, то есть, это если среагировать на все это. Бабл тот же, только хант и шамана потом резнуть. Не, создать какой-то массив. Короче, главное его затанчивать. Так я вот только что хотел, типа сохрани зыба не поможет? Типа, да, да, нет. Типа какие-то. А почему нет-то? Да не поможет, умрете вы, но. Это я не зыбу сдал. Там, короче, надо до каста, как он Алар начнет кастить, надо его отвернуть просто в сторону, блядь, стены. Если он не отвернется во время этого каста, то он пыхнет в рейд. У него как, так же, как, блядь, у Халеона радиус, блядь, ебаный.
Не знаю, мне кажется, если, блядь, на этой хуйне нажать, блядь, два сейва, типа, блядь, нормально все будет. Так я сейв сдал, блядь, во время каста, нахуй. На середине каста я сдал мосты. Нахуй не надо, мне кажется. Да, нахуй не надо. Пацаны, я отхожу, я ухожу. Я сейчас подсолнуха нахуй достану. Рога. Да, мне надо уйти. Констебл вроде сидит там на замене. Бардаун он пишет. И будем выжить ровно нахуй. Бы я тоже все успекнусь. Только этот. А, ну, в принципе, то все то же самое. ЧПК это будет или льва? Подсолнуха в рейде оставь. Можешь ливать. Не в ДД или в хиле? ДД. ФПшники будешь. Всем удачи. Да, удачи. Почему 4 танка? 3 танка. А, Хокмастер. Так он в ДД. Там еще Мэтт Фокс пишет, что все равно скоро уходить. Типа его тоже поменяй. Mm-hmm. Этот прин, как он, не притон, а констебль. Его еще один прист. Так он что похоже делать там, ну как я понял. Хотя хз. Че расселся? Кто осмелился призвать меня? Спрашивает на перебежке ему в луну. Он без диска.
сними вот этому констеблу мут. РДДшник. Он тут, как я понял. Ну, его уже присуманили. Ну, вот он. Ты и тут, и там. Там вроде живая, а здесь у нас труп лежит твой. Чё там? Понял, походу. Так, что за РДД делать, нахуй? Просто бить Алара? Нихуя себе, блять. Я буду говорить, что вам делать. Черножопая. Он заебал с этой геолокацией, блин. Уголек. Так, а танчить-то его кто-то будет? Или Лаша? По нему мимо идет, он за забаганный. Пока не задвигается, не бей. Ко мне летит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Он не идет. Да он не идет еще. 3% один отнимает. Прыгнули. Все, уже бежать можно на платформу вот сейчас. Череп. Не босс, сука, ебаное казино. А ну-ка, хотел, какой хозяин, такой бед. Спрыгнули. Спрыгнули.
Вот, сейчас уже можно бежать танком. Я тебе. На свои позиции. Череп, череп. Упали. Вам нахуй. Да залагал, он залагал, хулитринг, он на месте бежит. Он бегает на месте. Ревностно. Как он ровный, ты чё? Лучше его клаку ебать уже. Так а кто бы знал, блядь? Никто, типа он подбирал знал, в ту сторону, да. И все, и завис нахуй. Да. То есть на позиции ты стоял. Ну да. Как сейчас у тебя стоит? Вчера почилили уже. Хватит чулить. Алло. О, проснулся. Чё, повис? Я здесь-то был, блядь, я не понял. У меня просто игра крашнулась, блядь, и не заходит. Я хуй был. Была у меня такая хуйня, ну. Тоже, блядь, зайти не мог, ну. Попробую пробутну. Нет, я даже одинаково дал. Так, смотрим. Кот не ебаный. Войд фурия. 266. Я 260. Ага. Токены апнутые. Даже Т4-3 есть. Ага. Кольцо целкашное. Ага. Власть неживых, ага. Теренаса. Ага. Сравниваю шмоты ДПС. Ну, блять, я одинаково с тобой дал. Только я на 8 строчке, то на 9. Не. Роль давай. Так, ну а чё, на летной фазе, если искры есть, РДДшником может играть по Фениксу? Но когда он взлетает, мы продолжаем в искры играть или все же в него переключаемся? Да, разница. Либо в искру вы будете играть, либо... Просто милики могут побить искру, пока он сверху. Они спрыгнули, могут побить. Если там взрыв сильный, можно не убивать ее просто. Но урон будет все равно вноситься хоть какой-то. То же самое, что ты в босса будешь бить, либо уголек убьешь. Только по боссу 3% это чуть больше 3 миллионов, чем у самой искры. Ну вот видишь, даже профитней. Захожу. Сколько у нас сейчас хилов? 4? Да стоит уже. Хорошо, когда стоит. Да, блядь. Захлебали своими стоялками. Потому что у тебя не стоит, поэтому ты переживаешь. Блядь. Ой, ладно, я промолчу. За кибербулили, да? У меня была... Да, у меня была эта едкая шутка, но я, пожалуй, не буду. Да, понятно, понятно, нахуй. Можешь не оправдываться. Он просит его заменить. Что такое, деда? Знаете ли вы эту отцу покатриси? Да бля, я вообще не сдохну, если не похаваю. К соседям сходи. Бартонос.
Слава, ты готов? Стой на месте, блядь. Да стой ты на месте, блядь, не крутись нахуй. Ёбаный ты, блядь. Ладно, вроде он будет страдать. Опа, нахуй. Рюкзак. Все, здесь. Хуёво, когда висит. Что, Катрис, опять рюкзак спел, да? Да-да-да. Я понял, бляха. Ну-ка, совы, встаньте в ряд. Пионерство. Рома, делись палкой. Установка связи, пиздец, нахуй. Да, у меня была такая же херня. Я-то тут игра еще не разлагала. У нас 40 минут на ваншот босса. А надо? Натуре надо. Лара, либо мы слушаем подсолнуха. Так со слушаем подсолнух получается. Ну так а нахуя ж вы тогда, блядь, если сказали идем на Алара, блядь? Чёрт. Голды в банке нет, да, то есть? Для этого делается воронка фарм, называется. А кто на него придет, на этот воронка фарм? Я готов. Для того, чтобы приходили, надо давать ИП за это, блядь. ИП за трэш. Предлагаю Т5 открывать самим просто, и все. Мозг не ебать. Он с богатым. Что там, века сифилис? Тогда половина Т5 будет не открыта просто, и все. Ну, блядь, значит, не будешь стараться, ну. Типа, не у всех при есть том... время фармить голду. Чтобы покупать воронки и... Так там в таких количествах 240к, вы чё? Это чё, за один токен? Чё, я пулю. За 4 токена. Я говорю, я пулю. Да за 2 я посчитал. Завтра пойдем ЦЛК, быстро закрываем и идем на Каратреса. Прыгнули. Спрыгнули. Говно ебаное, а. Петух, блядь, летающий. Я же говорю, какой хозяин, такой пет. Ты вообще а вот понимаешь? Здесь луна. Луна. Уже подниматься можно было. Когда он каз прекратил, можно подниматься сразу. Там видно. Да я стою, блядь, сразу бегу он в звездочку, вот как я показывал. И вообще по мне урон не проходит. Мы не про звездочку говорим. Мы говорим там про то, как я на середине плавал. Да слушай, короче, там анимация проходит, падение перьев, там видно, как они падают. И когда последние перья падают в конце его каста, можно уже наверх бежать. Это еще секунды 3 у тебя времени, чтобы добежать, блядь, до платформы. Там, короче, времени до пизды.
ко мне лить. Ко мне летит. Что там, заберут с меня уголька? Да я один, блядь. Да, идет, идет, Лёха забрал. Вниз. Череп. Опа. Живы, живы. Все живы. Два тела упало. Я массив дал. Кто рисует? Видишь, хукмастер без диса, он, блядь, все время будет бежать в луну на взлет. Она еще что-то бегает. Как раз в луну. Блять, я упал еще с этой платформы ебаны. Я стрелял, в меня стреляли. Да, да я уже почти добежал. Но. Просто мне сейчас было сподручнее в луну идти, а туда побежал хукмастер. И там уже Юля стояла. Упал.
Упал в лужу нахуй. Вот я в лужу сейчас упал, кстати. Я фулл-тайм бобов, блядь, только бью нахуй. Я даже не успел Лара потыкать нахуй. Че, я понял, нахуй надо своего Элема докачивать, блядь. Я вам говорил, надо Элема. Да у меня есть, блядь, 252 Элем нахуй, но на нем, блядь, ни проф, ни проф, нихуя нет, блядь. Надо скачать ну, проф. Прыгнули. Чисто лапы. Череп, быстро. Стреляли. Юля, молодец. Меня стреляли. Я упал в лужу. Упал в лужу нахуй. Вроде в череп. Луна, луна, луна. Я думал, он куда смотрит, туда и летит. Нет. Он в череп повернулся. Так он сказать. На месте стоял. Один глаз на нас. Хильтик. И будем жить ровно нахуй. Ты давай ложную информацию. Дети, не вечные дети нахуй. Сейчас хули дринк опять зависит. Не пизди. Закрой свою ебать. Авилаша, страхуй череп. Да, я бегу. Ебать, тут лагает, конечно. Да, тут я вообще пиздец. Ну как получается. Череп. Короче, у меня тут единственный босс, где я вообще не лагаю. А у меня наоборот. Я подержу его. Угольков, настакивайте. Да, угольков, наверное, настакивайте. Ты на боссе чтобы... будешь, Слава. Просто фазм. Что, я так понимаю, милики АФК сейчас будут? Самое интересное будет. Угу. Ой, нахуй лужи, блять. Там лужа была. Красно. Ребята, плотность частиц на максимум должна быть сюда. Да не похуй. Вот ее не будет видно как раз. Без плотности. Под боссом лужа. Один тарик. Пошли от моба. Лужа под вас. Не сложила. Водикона есть. Нет. Вот меня черный застанил меня. Я уже встал. Все быры в КД.
Есть. Заберу. Думаю, тут сложнее. Когда уже Black Temple будет? Там то же самое. Ну, я не могу, блядь, слово хп мобом подходить, блядь, впредь, ну. Слава, учти, что это первый раз было. Вот, я стою у стены, а остальные... Хокмастер стоит, блядь, босса с меня таунтит туда-сюда. Ну, Костя, ты же видишь, что он с тебя танчит, нахуй. Возьми, блядь, трэш, нахуй, подведи. Босса с меня таунтит, блядь. Он думает, что он этот... Ебаная гача. Вызывайте скорую. Ой, блядь. Вызывайте захарчу скорую скорее. Чел. Нахуй мне, нихуёво, блядь.